Фрэнк Мир сомневается, что карьера Федора Емельяненко в UFC сложилась бы успешно. Федор пришел на американское шоу, но не в UFC, и проиграл Антонио Сильве, который размазал его. «Я победил Бигфута, и думаю, что это решает спор о том, как бы Федор проявил себя в тяжелом весе UFC», — сказал Мир. Рашад Эванс считает, что Дэниелю Кормье стоит завершить карьеру в случае поражения Джону Джонсу. DC определенно может победить. На этот раз все будет по-другому. Он изменился психологически. Он должен выиграть этот бой. Но если Дэниэль проиграет, то он должен уйти в отставку, сказал Рашад. Напомню, поединок Кормье против Джонса пройдет 23 апреля на турнире UFC 197. Кейн Веласкес против Трэвиса Брауна 9 июля на турнире UFC 200.